Итак, мы установили Grasshopper и запустили Rhino. Не пугайтесь, что у меня здесь нету панелек, я их всех отключил. Чтобы запустить Grasshopper, нужно ввести команду. Начинаем вводить, она сразу появляется и запускается. Чтобы каждый раз не вводить команду, чтобы запустить Grasshopper, можно настроить автозапуск. Это делается здесь. Опции. Здесь General. И вот сюда прописываем команду Grasshopper. Окей, и теперь при запуске Rhino у нас Grasshopper сразу откроется. Сразу сделайте на пол экрана Grasshopper и на пол экрана Rhino. В Rhino у нас вид по умолчанию поделен на 4 части. Двойной щелчок на название любого вида разворачивает этот вид на весь экран. Чаще всего работать нужно в перспективе. Это удобнее, чем в фасадах или в плане. Самое главное, как сохранять, это нужно запомнить, что в Rhino и в Grasshopper разные файлы сохраняются. Rhino-ский файл и Grasshopper-ский файл нужно сохранять отдельно. В Grasshopper можно открывать одновременно несколько файлов. Если создать новый и его сохранить под каким-нибудь именем, потом еще один создать, его сохранить под каким-нибудь именем, то они оба будут здесь открыты. Можно выбрать первый, второй. В Rhino можно одновременно держать открытым только один файл. После первого сохранения в Grasshopper он делает автосохранение через несколько секунд. Там по умолчанию уже автосейв настроен. Так, здесь по навигации большое отличие от большинства программ в том, что вместо средней кнопки мыши используется правая кнопка. Для поворота модели в Rhino и для перемещения холста в Grasshopper используется правая кнопка. А средняя кнопка, она для всяких меню. Для перемещения модели в Rhino нужно зажать Shift и перетаскивать правой кнопкой. Чтобы создать какой-то... Нам в Rhino нужно будет создавать только точки. Больше там ничего знать не надо. Для этого есть команда Points. Вот. Она создает несколько точек. Когда мы завершаем размещать точки, нажимаем Escape, чтобы сбросить команду. Перетаскивать объекты в Rhino просто зажимаем мышкой и тащим. Когда мы так перетаскиваем, мы перетаскиваем на плоскости, параллельно плоскости XY. Чтобы перетаскивать по оси Z, нужно зажать Ctrl.